Что касается КСУ, ну, во-первых, все коллегиальные органы не работоспособны, это доказывает вся человеческая история. У армии должен быть фюрер, вождь, полководец. Мрамор сам не изваивает скульптуру. Не побеждает, как говорил юный Геббельс, армия побеждает полководец. Всегда должна быть центр, собственно говоря, организации, центр финансирования, центр организации. Все говорильни парламентские кончаются ничем. КСО был с самого начала говорильни. Делали его под синтетического Лешу. Понятно, под самую тяжелую фигуру, в которую вкладывают деньги противоборствующий с Путиным либеральный клан, богатый. Он не светится, он туда вкладывает и деньги, ресурс влияния. Все, синтетический Леша нашел свою новую форму, КСО стал не нужен. Сейчас будут вторые, третьи выборы. Как они не работали, коллективный мост, как они не работают, это парламентское говорили. Ну что, мы сколько раз на эти грабли наступали? В ту февральскую революцию, и в Германии, в 20-е годы. Все кончается один. Один вождь, один центр организации. У кого деньги и возможности, тот и делает все.